Что для тебя самое главное в жизни? У меня самое главное в жизни Иисус Христос. Угу. Она верующая. Давно, много лет. Что для помогает? Нее самое главное Иисус Христос. И я не перечу. Ну да. Она верит, она молится, она у себя. Это неплохо. А что помнится вот из детства, может быть? Что вы помните? А что ты помнишь, как была маленька? А ну расскажи, как ты жила трошки, как война была, ты багато разів розказувала. Ой, це так, за цих 100 років, то я не можу вам оповісти і свою жизнь. Що я видела, що я пережила, войну пережила і голод пережила. Це так сказати, а щоб це так пережити, це дуже тяжка життя була, дуже. Це старше покоління, вони дуже трудно жили, дуже трудно. Це дитина, тата свого не знає, бо їй був один год лиш. Як його забрали, і до цих пор немає його. Так, починаєте розказувати, плакати. Потому что она еще воспитывала дочь, другую, вот, мужа. И нас было на ней голове три. Вот, умерла. Тяжка жизнь была, дуже тяжка. Но ничего, вышла. А чем занимались в жизни? Вот, что ты робила? Где ты робила, мамко? Де я робила? На поле робила. Це я еще 27 років робила на полі, щоб буряки, сахарні. Більше на полі працювала, на фірмі мало працювала, а більше на полі. Крайне тяжела їхня робота. Я приїжджала сюди з інституту їй допомагати. Скажіть, пожалуйста, вот, що ви хотіли? Что вы хотите своим детям передать и внукам? Что бы хотела ты сказать своим детям и внукам? Я что хочу сказать? Я лишь молюсь за них, чтобы они были и жили в таких роках, как я. До Господа, чтобы они были там, где я. Я лишь все молюсь за них. За внука, за дочку, за рано ввечері. За правнуків. За правнуків ти вже молишся, в тебе правнуки, да, правнуки. Да, є. Да, є у мене і правнуки, я тако кажу, Господи, ти чуєш мою просьбу за діти, за внуки, за правнуки. Прошу я тебе. Удалив, що від них то недобре. Дай їм, Господичку, лишень добра, щоб вони не знали таку біду, як я пережила. Самі себе готуєте, да? То я, то сама, то хто-то. Ну, більшість вона. Їх троє, ні одного не пустив в школу. Було і мама була безграмотною? Так. А как же она читает книги, псалмы? Она читать знает, она научилась сама. Угу. Пишет она плохо, она уже не это. А читать она читает. Вот Библию, она все перечитывает. Не обучайте, я и не добачаю, и не дочуваю. Ну, уже и не дочувает, и не добачает. Ваш возраст? Я ей очков много накупила. А она говорит, я в них еще хуже не вижу. Шевелится, она имеет память, только немножко не слышит, немножко не видит. А так соображает, что-то я ей сказала, помню, какую пенсию я получила, я говорю, не помню, что я получала. Я никогда не сделала, меня верующие любили, и неверующие, все меня люди любили, я никому не сделала поганого, не сказала. Она даже не понимает, что можно сделать человеку плохо.
И не сказала поганого, и не трубила поганого, и мене все любили. Але я вона... ее 3 года как забрала окончательно с Украины. Так там звонят, все, так не могли же, не пустили приехать. Не все хотели приехать, там у брата 12 детей, там много есть родственников. Но не пустили через границу, мне никто не приехали, вот только по интернету, по этому поздравляют, по телефону поздравляют. Никто не приехал. А она не понимает, они обещали все приехать. И я говорю, мамка, коронавирус. Она такая, шо-шо. Коронавирус. А ты ведь уже не можешь встать, так все болит. Евгения Филипповна каже, мене теж болить, а я молюся за тебе, щоб ти така була, як я, і стільки жила.